Добрый день, дорогие друзья. Дают ли что-нибудь человеку путешествия? Не все люди путешествуют. Не хочу сейчас говорить на такую тему, как не у всех есть возможность. Нет. Думаю, что возможность, она есть у каждого человека. И приведу такой пример. Однажды, живя в Германии в общежитии, у меня соседка была молодая женщина, лет 30, с небольшим из Буркина Фасо. И когда-то она с тремя молодыми парнями, закончив школу, деревня отправила их в Европу. Какое-то расстояние они ехали на попутных машинах, какое-то шли пешком. В каких-то странах они оставались на месяцы. И была страна Марокко, где она провела несколько месяцев в тюрьме. У нее все отняли, требовали, чтобы из дому прислали деньги. И когда эти люди поняли, удерживающие ее в тюрьме, что у нее нет такой возможности, и никто за нее ничего не пришлет, ее изнасиловали и отпустили. Ее путь в Европу, а она попала в Германию через Италию, длился 3 года с небольшим. И попав в Германию, она не получила возможности там проживать. Была какое-то время беженкой. И даже духовно и физически начала сползать к депрессии. У нее началось такое состояние, когда она потеряла во все веру и стала сама с собой разговаривать. И я говорю: выходи утром бегать, вместе будем. Она говорит: зачем? Я говорю: вот здесь вот есть Красный Крест у нас в общежитии. 2 раза в неделю ты можешь там работать бесплатно. Она говорит: зачем? Чтобы общаться с людьми, чтобы не сидеть взаперти и не разочаровываться в жизни. И впоследствии она стала работать в этом Красном Кресте помощницей, а затем вышла замуж за очень пожилого, сказать правду, престарелого немца. И этот немец дал ей возможность остаться в Германии. И спустя 8 лет она впервые поехала на свою родину, в Буркина-Фасо. История этой женщины говорит о том, что путешествуют по-разному. И разная цена бывает в этих путешествиях. Одно дело, когда люди зарабатывают, приезжают, и побыв неделю, а то и месяц, уезжают обратно на родину. Это одно дело. А бывает так, что люди меняют свою родину, и больше уже нет у них возможности видеть своих друзей, может быть, даже близких, какое-то длительное время. А бывает и по-другому. Люди теряют свою жизнь. Ничего в этом путешествии не приобретя, они теряют саму жизнь. И такое тоже бывает. Поэтому путешествия дают что-то только для тех, у кого есть Божье благословение. Мое убеждение заключается в этом. Если Божья рука ведет человека, то у него будет успех. Он увидит лучшую сторону жизни. И наоборот, если Божья рука и милость Божья отсутствует, то как бы ни старался человек, он потерпит крушение. Порассуждайте вы об этом, а я желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания.